cast away, island lost at sea. Another lonely day, no one here but me. Здравствуйте, приветствуем вас, славного города Харьков. Металлист 1925, ребята 2008 года. Спасибо вам большое за приглашение. Пока все хорошо, организация супер. Ну, всем хорошей игры. Мы представляем город Черкасы. Клуб у нас называется ФК Черкасы. Приехали по 2008 году. Ну, надеюсь, выступим неплохо. Как бы у нас только команда как бы собралась этот год. Приезжали мы неделю назад 10-м годом сюда к вам. Сейчас проверим наш 8-й год. Ребята, как настрой перед игрой? Мы представляем Черкасскую область, команда «Явор», «Алим», город Смела. Приятно приехать в Одессу на прекрасное поле, прекрасный стадион, очень хороший состав участников. Поэтому, в принципе, первая игра, очень хорошие эмоции, будем смотреть дальше. Мы приехали из города Киева, представляем футбольный клуб «Зирка». Нас пригласили участвовать в ДФК «Атлетик». Я привез 2 командами, заявился на турнир. Сам турнир, скажем, проходит на хорошем качественном поле. Ну и сегодня у меня уже первый игровой наш день. Первая «Зирка» выиграла у нас, а вторая команда пока после первого тайма уступает. Ну, мы играем с местными, с одесситами, с «Дюш-11». Команда неплохая. Будем как-то пытаться за счет второго тайма правильных своих каких-то действий немножко исправить ситуацию на футбольном поле и как-то ее сделать так, как нам надо, а не так, как соперник. Спасибо. Get down!
That's how we get down tonight. Get down! Добрый день, мы приветствуем вас на турнире «Спартак Атлетик Челлендж Кап», который проходит уже третий раз в Одессе на стадионе «Спартак» и проводится детско-юношеский футбольным клубом «Атлетик» в партнерстве с коммунальным предприятием «Стадион Спартак». Этот турнир был разный, он был всеукраинский, был международный. Сейчас это международный турнир, в нем участвует команда из Молдавии. Участвуют две возрастные категории U11 и U10. У нас принимает участие 14 команд. Три дня вот проходит турнир. Сегодня заключительный уже игровой день турнира. Совсем скоро у нас состоятся финальные игры возрастной категории U11, в которой будет выступать наша команда, команда детского юношеского футбольного клуба «Атлетик». Ну и мы приглашаем всех любителей футбола изо всей Украины весной к нам в Одессу на весенний турнир «Спартак Атлетик Челлендж Кап». Это наш весенний вызов. Одесса будет расцветать. Приезжайте к нам, мы будем всех рады встретить и поделиться с вами своим опытом, своей игрой, своим турниром. Спасибо большое.
You have the bravest heart, the strongest emotions. After all the harm I've caused, you still want my loving. I think I've lost your love. Oh baby, it's a shame. But how can I be mad at you when I'm the one to blame?